нашел после долгих лет разлуки в такой замечательной форме, в таком творческом потенциале. Просто я очень рад за него. Я очень и очень рад, безумно рад, что нам все-таки наконец удалось встретиться. И я его поздравляю с днем рождения. Дай Бог ему, как говорится, что Бог просто жизнь не додал в этом году, так сказать, в этом обязательно даст. Дай Бог здоровья, благополучия, здоровья творческого, здоровья физического, так сказать, ну и всех благ, и чтобы вся его жизнь, она для артиста, она всегда не очень простая, но все в своих непростых вот этих обстоятельствах, она все равно бы, так сказать, вот, ну, шла все время, так сказать, вот, вверх, вверх и вверх, ну, до самого того момента, когда он скажет, ну, хватит. Ну, надеюсь, этого момента никогда не настанет. Я хочу спеть первую песню, такая лирическая песня, называется она, так сказать, ну, может быть, она наша, стариковская, маленькая, то есть, ему там 38, мне 38,5. Вот, песня называется «На себя махну рукой». Махну рукой, заживу неторопливо, справлю домик над рекой, чтоб в окно глазела ива, чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтоб с другом по 100 грамм честь начала ледохода, чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтоб с другом по 100 грамм в честь начала ледохода на себя махну рукой, заживу, как леший в чаще, не с московскою хандрой, а с тоскою настоящей, не сыскать за бездорожьем избы серые рядами, бабы там мороз по коже, как пролиться голосами. Не сыскать за бездорожьем избы серые рядами, бабы там мороз по коже, как прольются голосами. Нагота махну рукой, выпью мудрости лекарства, стану грустный и седой, с бородой экклезиаста, и когда забудет вьюги в дымоходах домовые торжествующие фуги, усмирят мне мысли злые, и когда завоют вьюги в дымоходах домовые торжествующие фуги, усмирят мне мысли злые. Oh,
Благодарю. Ну, ушаночка, конечно, но поехали, да.